Здорово всем, дорогие друзья! В этом видео я хочу рассказать вам охуительную историю из своей жизни. Дело в том, что буквально с сегодняшнего дня я сел на особую диету. Эту диету, состав ее увидел, многие скажут, да ты что, ебанутый, то есть, ну ты же можешь сдохнуть там, это очень, якобы очень вредная диета. Но я хочу, ну, развеять все эти мифы, ну, которые очень часто слышат многие люди там, в том числе некоторых врачей. Сегодня речь пойдет о яйцах. Сейчас я сходил в магазин и купил 2 упаковки, то есть 2 штук таких обычных куриных яиц. Вот так они выглядят. Или вот так. То есть это обычные куриные яйца, но яйца делятся на несколько видов. То есть есть там С1, есть С2, а это С0. Это самое охуенное. То есть они самые большие. Вес там от 63 до 72,9 грамм. Ну, то есть это считается самое охуенное. Естественно, самые дорогие яйца. Я в своей жизни очень долгое время, вот, в особенности, когда ходил в качалку, я ел в день там, ну, по 20, ну, по 30 яиц. То есть чаще всего, ну, по 30, в то время это было, ну, пару лет назад, ну, когда они стоили намного дешевле, чем сейчас. Сейчас же, ну, конечно, цены на них взлетели, они стоят, ну, пиздец, как дохуя. В итоге я их сейчас ем очень редко. Не потому что я, ну, боюсь там вот этот якобы их вред, а потому что я нигде не работаю, там нищий. Но сегодня охуенный день случился. То есть я зашел в магазин, тот, на который всегда хожу, я увидел, что сейчас они продаются по акции более-менее по адекватной цене. То есть вот эта покупка по 25 гривен. Я решил взять 2, то есть это мне хватает на один день. То есть я вот эти 2 покупки с легкостью съем за один день. Естественно, я мог съесть и больше, там и 30, и 40. И сейчас, ну, как раз лучшее время. То есть я сидел на безуглеводной диете, но сейчас я увидел вот эти яйца, я буду сидеть на яичной диете. То есть, как я их ем? Я ем их не как там, ну, какие-то вот люди, которые выкидывают желтки. Я ем яйца полностью, то есть 20 яиц в день чисто, всех, ну, то есть и желток, и белок. Многие скажут, да ты что, ебнулся, ты же там можешь сдохнуть от... В яйцах, ну, то есть такой миф, что в яйцах много холестерина, но немногие знают, что вот этот холестерин, который мы получаем в пищу, он напрямую не откладывается там в сосудах. В сосудах откладывается тот холестерин, который вырабатывается человеком, то есть вырабатывается в печени, и именно он при недостатке при недостатке потребления и, ну, получения холестерина с пищи, он вырабатывается в печени, именно он, ну, попадает там в сосуды, отсюда это все проблемы сердца. Если же вы получаете холестерин с пищи, он не идет в сосуды напрямую, он там, ну, перерабатывается в желудке, там, в общем, это не так вредно, как об этом, ну, принято говорить. В общем, дорогие друзья, я взял где-то такие упаковки, давайте же сделаем анбоксинг. Эти яйца, вот как видите, они белые. Очень большие. То есть, смотрите, огромные. Я до этого покупал под, ну, таким ценам С1, но они были намного меньше. То есть, где-то в 1,5 раза меньше, а здесь, ну, просто пиздец. То есть, я их употребляю вот так. Ну, то есть, я в день употребляю, как уже сказал, 20 яиц. И, ну, разделяю их на 4, ну, приема, соответственно, по 5 яиц. Я их, ну, раньше вареные ел, сейчас я их жарю, потому что у меня в данный момент есть вот это масло, на котором его жарить. А так, в основном, из-за того, что я нищий, там нигде не работаю, мне лень, ну, тратить деньги на масло, оно стоит еще сейчас очень дофуя, ну, поэтому я их раньше варил. Сейчас я буду жарить, вот, ну, пока у меня немного масла есть. То есть, ну, посмотрите, они там не в говне, вот как часто бывает, вот это в курином помете, чистые. То есть вот эти, что продаются в упаковке, они чаще всего, они хотят, ну, переоценил чуть их возможности, так сказать. Ну, обычно чаще всего вот
Те, что в коробке, они очищаются от куриного говна. Вот это у нас здесь что-то не доглядели, не доглядели. Вот, ну, как видите, вот так оно выглядит. То есть это я не вижу смысла показывать вот эту фирму, которая сделала. То есть обычно очередняцкие яйца, но только марки С0. Яйца очень полезны, там, вопреки, опять же, этим различным мифом, в яйцах там много витаминов, минералов, в общем, всего вот этого. И если вы будете жрать там, ну, каждый день яйца, вы будете здоровым, там, сильным нахуй. И вообще, вот, яйца — это самый дешевый источник белка. То есть я их, опять же, ел за то, что ходил в качалку с чашей, я их ем из-за того, что, ну, по сути, это одно из немногих продуктов, которым полностью вообще от слова совсем нету углеводов. То есть вот содержание углеводов там 0,00 с чем-то, то есть вообще хуйня. И я, опять же, снова, ну, решил, ну, похудеть, не так, как у отца велю, всю жизнь я, ну, планирую действительно похудеть. То есть кто смотрел мое прошлое видео, вот сейчас мой живот выглядит так. Но, ну, я, правда, сорвался, бля. Вот так он выглядит. Ну, вроде как меньше, хуй знает. Я просто усиленно начал качать, ну, прайс там, вся хуйня. И, в общем, я благодарен вот этому магазину, что дал мне возможность, ну, приобрести вот такие охуительные яйца, ну, тем более марки С0. Заботятся даже о вот таких нищих людях, как я. Хотя, учитывая, что сейчас лето, 25 гривен — это нихуя не дешево, я вам скажу. То есть несколько лет назад летом они продавались там чуть ли не в 2 раза дешевле, то есть, ну, по 10, а 3 года назад там вообще, ну, по 7 гривен. А сейчас, конечно, ебанутые цены. Ну что, ну, поделать, что поделать. От нас нихуя не зависит. В общем, дорогие друзья, было такое замечательное видео, обзор на яйца, на яйца. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео.